Сапсан. Крупный, плотно сложенный сокол, больше вороны, но заметно меньше кречета и балабана, более острокрылый и короткохвостый. Вид космополит, имеет самый обширный ареал семейства, охватывающий почти весь земной шар. Его нет только в тропических лесах Южной Америки и Центральной Африки, на некоторых удаленных островах и в Антарктиде. Вместе с тем, ареал сейчас очень мозаичен, во многих районах перестал гнездиться. Повсюду предпочитает мозаичные ландшафты, границы биотопов, полностью открытых пространств и густых лесов избегает. По способу питания это специализированный воздушный орнитофаг, который, возможно, обладает наилучшими летными качествами среди крупных соколов.